Ежегодно, как стало доброй традицией, в преддверии Дня печати, Комитет по делам национальности и связям с отечественниками средств массовой информации отмечает лучших журналистов республики. И этот год не стал исключением. Так, 22 января в актовом зале общественной организации «Адыгахаса» Черкесский парламент состоялось награждение журналистов, газетных дизайнеров, телеоператоров и специалистов в сфере книгоиздания почетными грамотами Комитета Республики Адыгея по делам национальности, связям с отечественниками и средств массовой информации. Всего в числе награжденных по итогам прошлого года 19 человек. Это лучшие специалисты в сфере печати и СМИ. Отрадно отметить, что в числе награжденных были и сотрудники Единого информационного центра Кашхабльского района Нафисет Хубсарукова и Алла Емыкова. Вручая почетные грамоты, председатель комитета Аскер Шхалахов подчеркнул большой личный вклад каждого из награжденных во все позитивные изменения, которые происходят в Республике Адыгея. Ваша работа действительно очень важна для развития региона, для формирования общественного мнения, поддержания спокойствия и социальной стабильности в обществе. Глава региона постоянно уделяет внимание развитию региональных СМИ и поддержке журналистского сообщества. В ходе встречи с главными редакторами 13 января в День российской печати им были поставлены перед органом исполнительной власти важные задачи по развитию средств массовой информации региона. Но и от вас, в свою очередь, мы ждем создания объективных и достоверных материалов о жизни республики и очень рассчитываем на вашу помощь в реализации масштабных задач, поставленных президентом России, сказал Аскер Шхалахов и пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.